Ревізор вирішив перевірити один з супермаркетів на околиці Черкас – продуктовий магазин «Гранд Маркет». Відгуки про магазин занадто протилежні. Хороші магазини, изобилие товаров, приятное обслуживание. В магазине грубый персонал, качественной колбасы нет. Без ревизорского расследования не обійтися. Идемте проверим. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас все хорошо будет? Конечно, у нас только так. А це ми ще перевіримо. Тележка у меня уже в руках. И сейчас давайте посмотрим, чистая ли ручка. И тележка, и ручка чистые. Проверю чистоту полок, на которых лежат яблоки. На полках ничего нет. Ни песка, ни грязи, ни пыли. А что под ящиком с хурмой? И здесь тоже убирают. Вот одна малюсенькая песчинка. А теперь проверю, чисто ли здесь наверху. Да яке там. Полки вытирают, а на шкафах нет. Перец квашеный. Упакован 01.12.14 в 13.30. Вес и цена. А какой у него срок годности? Здесь на стикере этой информации нет. Я возьму эту упаковку с собой. Пусть мне расскажут, когда они были сделаны и какой срок годности у этих перцев. Здесь за йогуртами вытирают полки. А вот на второй полке я нашел пыль за десертами. А що тоді на холодильнику? Ага, зрозуміло. Та же історія. Хорошо, що яйця стоять на віддільному стенді. Десяток яєць пригодиться нам в корзинку ревізора. Нагадуємо, до кошика ревізора входить один батон, 10 яєць, літр соняшникової олії, кілограм гречаної крупи та літр молока. Фрикадельки упакованы 20.11. Срока годности нет. А этим фрикаделькам уже почти месяц. И можно ли их есть или нельзя, неизвестно. Та же самая история со стикерами на всю рыбу. Нататения, рыба с очень странным для меня названием, упакована 16 декабря. Срока годности нет. А был бы указан срок реализации, никаких бы вопросов не было. И с заморозкою зрозуміло. А що в такому випадку зі свіжим м'ясом? Здравствуйте, меня зовут Вадим. Оксана, дуже приємно. А у вас как понять, где какие сроки годности и даты изготовления? Есть вот дата на ценничку. Куриные 18. Половинки, 18-12. Но это вы получили курицу. Да. А сколько ее реализовывать можно? Ну, двое суток, наверное, мясо. То напевно, чи точно. А как этому верить? Есть накладные. Людина, если не верить, она может піти до администратора, все ей покажут. До речи, здається, администратор стежить за знімальною групою. Вы администратор? Нет. Вас как зовут? Алина. Алина, а вы кто? Технолог. Прекрасно. Ми будемо знати, до кого звернутися, а поки перевіримо, що у кулінарії. А що от з салатами у вас? То же саме по накладним? Звісно. Достаньте мені цінник. Ну, от этот. Салат – нежність. Дата 18-12, срока годності теж нет. Куриця-гриль запакована, лежить у вас в фольге, а куриные ноги? Придет кто-нибудь, чихнет, сморкнется на эти ноги, это останется. Ну да, правильно. Це, до речі, зовсім неправильно. Не, просто мы их поставим сюда в холодильник. А расскажите мне про ваши окорочка. Вы как часто моете гриль? Кожен день ввечері після того, як все пожариться, ввечері вимиваєте гриль. А вот сверху на грилі как часто вы убираете? Девочки ввечері миють. Итак, смотрим, что я нашел здесь. Щось не дуже старо, дівчата миють. Маленькі дівчатки не достали. А вот сюда залезть девочка может? Постелить. И залезть. Показать вам, как это сделать? Ей не надо. Сейчас побоим. Ой, давайте я вам помогу. Не, я помою. Если вы не помыли, то я могу. Пожалуйста. Да нет, уж моете. Взагалі могли б робити це і без нагадувань. Ходімо далі. Рогалик упакован 17.12. Сьогодні 18. Срока реалізації нет. Сусідній. Печенье улюблене. Упаковано 16.12. Стривайте. Та невже. І написан срок реалізації. Так нет, не только. Вот, здесь тоже
Печенье альпийское с декором. Срок реализации 30 суток. Алина, идите ко мне сюда. Вот, допустим, перец упакованный. На нем написано дата упаковки, а срок реализации. И вот здесь нет срока реализации, здесь есть. Угу. Я не понимаю этой избирательности. Ну, я не оправдываю, но говорю, что есть, возможен какой-то компьютерный сбой был, но потому оно не бьется. Это на разных весах оно фасуется. Печенье у вас фасуется на одинаковых весах. И, кстати, хочу вам сказать, оно упаковано было 15-11. Срок реализации 30 суток. Это было 3 дня назад. Срок годности закончился. А якщо б ревізор не помітив, ви б і далі продавали прострочене? Йогурт. 31.12. О, з боєм часов і этот йогурт уйдет, как и прошлый год. Но срок годности у него не закончился. Срок годности по 24 декабря. А в глубине какие даты? И здесь я нашел молоко, срок годности которого истекает сегодня. Я заберу его к себе в корзинку и куплю. Пока я проверяю молочный отдел, я смотрю, что в печенье уже начинает происходить ажиотаж. Схаменулися? Збирають прострочене? Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Часто вы сюда приходите в отдел печенья проверять? Часто. Часто заглядываете, да не везде смотрите? Ну, смотрим, конечно, проверяем сроки годности, а как же. Та щось неуважно проверяете. Да у нас специальная есть тетрадь. Мы туда переписываем все это самое, все сроки. А куда вы эту тележку все собрали? Ну, возврат поставщику, да. Что, все прострочено? Вот что вы ему будете возвращать? Ну вот вафельные трубочки. Упакованы 14-12. Срок реализации 4 месяца. Все, эти могут лежать. Вот если у вас на каждом будет указан срок реализации, у вас никаких вопросов не будет. Час знайти свой візок. Йдемо на касу. Мне там улыбаются. Иду сюда. Здравствуйте. Вас как зовут? Алена Васильевна. Алена Васильевна, вас всех по отчеству называют, да? Нет, только старших. Ну вы же молодая девушка. Здесь очень дольше их всех работаю. Поэтому заслужили отчество. Надеюсь. Вам пакетик нужен? Да, пакетик мне будет нужен. Ревизию завершено. До висновків. Я проверил Гранд Маркет в Черкасах на улице Полехи. Экстерьер. Супермаркет находится в отдельно стоящем здании в спальном районе города. Парковка у супермаркета небольшая. Интерьер. Просторный и светлый зал. Чистота. Пыль я нашел на холодильниках и на гриле. Безопасность. К сожалению, я нашел в Гранд-Маркете просроченные продукты. И не нашел простого и понятного ответа на вопрос о сроках годности. Ревизор не может рекомендовать Гранд-Маркет в Черкасах.